Всем привет, на связи магазин мотоэкипировки ProEquip, меня зовут Филипп, и сегодня у нас на обзоре мотоперчатки Shima Revolver. Эти мотоперчатки от польской фирмы Shima, чисто кожаные, с небольшими текстильными вставками балоньевыми, предназначены для холодной погоды. По защитным вставкам здесь много говорить не придется, поскольку практически все, что касается защиты, здесь выполняет функции кожи, по сути говоря, это у нас скользячка, и небольшие кожаные амортизаторы, которые, в принципе, не несут в себе никакой ударной защиты, а чисто, скорее, предназначены для того, чтобы противостоять погоде, ветру и скользячке. Здесь в районе косяшек у нас есть небольшие сегментные вставки, которые, в принципе, от ударной нагрузки также не сильно защищают. С обратной стороны у нас есть накладка, чтобы рука не скользила по рулю, и небольшая амортизирующая такая вставочка внизу запястья, не более того. Сенсорная кнопка здесь не работает, это я сразу говорю. В принципе, что? Кому можем посоветовать эти перчатки? Я уж как говорил, для холодной погоды от скользячки сохраняется мелкая моторика, проще управлять мотоциклом в условиях плохих погодных условий. Если вам они понравились, то ссылку на них мы оставим в описании. А на этом все. С вами был Филипп и канал магазина ProEquip. Подписывайся на наши обновления, ставь большие пальцы вверх. До скорого.